упоминания об армянах в Самаре относятся к XIX веку. По данным Госархива Самарской области, в 1897 году в Самаре проживали 77 человек. После революции в Самаре появилась религиозная община «Святой Гевонт». Армяне добились разрешения у Самарского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов на открытие молитвенного дома армяно-григорианской церкви. А в 1922 году дом по адресу Садовая, 97, был муниципализирован. У общины изъяли ценности в пользу голодающих Поволжья. В 1929 году армянская религиозная община в Самаре прекратила свое существование. Некоторые армяне, жившие в то время, оставили заметный след в истории города. Среди купцов первой гильдии, живших в 19 веке в Самаре, значится Егор Никитич Аннаев, армянин католического вероисповедания. В 50-х годах 19 века он был самым крупным самарским виноторговцем, имевшим свои магазины во многих городах Поволжья. С его именем связано строительство известной в Поволжье Аннаевской кумысы-лечебницы. В течение 16 лет он вел работу по озеленению города. Принимал участие в обустройстве Струковского сада, Алексеевского сквера. На основе его фруктового сада был создан Самарский ботанический сад. Он был купцом третьей гильдии, который переехал в Самару, жил здесь, трудился. И, в принципе, в 1856 году в доме, в котором он жил, была объявлена Самарская губерния. Вместе с купцом Маке он занимался. Его сестра была замужем за купца Маке, и он поэтому приехал сюда помогать ему. Но в дальнейшем получилось так, что сестры не стало, но он остался. И Маке полностью, в принципе, доверил ему. Вот на тот момент все-таки это бизнес. Доверил ему свое, и Аннаев начал развивать и потихонечку сам стал вот крупным купцом. Он вот построил как раз лютеранскую церковь, потом, в принципе, также кумыс-лечебница была построена на его средства. Сейчас, по официальным данным, в Самарской области проживают около 23 тысяч армян, из них 7,5 тысяч в Самаре. Община отмечает как общероссийские праздники, так и национальные. То у нас есть день ТРНДС или также Субсаркис, это уже в начале, практически январь-февраль. Святой Саркис – это покровитель всех влюбленных. Совместно в церкви проходит мероприятие с Армянской апостольской церковью. Вот. ТРНДС – это праздник, посвященный молодым парам, которые, получается, перед этим заключили брак в течение года, вот до праздника. Но он имеет, конечно, языческие тоже корни. Так же, как и у всех народов, все изначально начиналось с этого, с язычества пошло. Разжигают костры, и молодые пары, взявшие за руки, перепрыгивают через этот костер. 7 апреля – это у нас день материнства и красоты. То есть если в России как бы вот 8 марта только, то у нас получается такой месяц посвящен женщинам. Это 7 апреля по 8 марта в течение всего месяца можем поздравлять. Вот. И 7 апреля в основном сейчас несколько лет, уже может быть лет 5, мероприятия община проводит в крупных торговых центрах. Выступают наши коллективы и танцевальные, и музыкальные. Мы проводим флешмобы, мастер-классы. Ну и как по традиции положено в этот день всем представительницам женского пола и детям, и взрослым раздается по одной розе. Но иногда мы выезжаем на природу с молодежью. 28 мая у нас, получается, в Армении, да, было объявлено о создании Первой Республики. Среди национальных ежедневных армянских блюд – долма, супы из бобовых, фасоли, чечевицы или нута, лепешки с зеленью. В качестве десерта – пахлава и гата. Осенью с похолоданием армяне начинают готовить хаш. Это, да, наваристый костный бульон именно из говядины. Его, мне кажется, по-моему, всю ночь варят. А потом уже на утро это обязательно, это прям собирать все рано с утра, там, может, это в 8, в 9. А да, он такой очень согревающий, чесночный. Сытный, то есть если его поели, то как бы да, надолго хватит. А еще хашиль. Это такая, получается, перемолотая тоже пшеница. Практически в муку ее обжаривают, потом обваривают. Вот это все подается вместе с таном и с пассированным луком. Еще вот мы очень часто готовим тоже такое наше традиционное блюдо. В основном его едят летом. Это ламаджо.
такая тоненькая лепешка, на ней тоненький-тоненький слой фарша с томатами, и подают его вместе с таном, с холодным таном. Шашлык — это тоже на первом месте у нас всегда, этот мясо, шашлык. Мясо, имею в виду, отварное, это как хашлама, а шашлык — это жареное. Если вдруг что, негде мясо жарить, у меня всегда в запасе хурхоп называется. Это отварная говядина, обжарена очень много луком и с черносливом сушеным. А чернослив я сушу заранее, это вот сейчас сезон, осенью. И мое фирменное — это сладкий плов. Хотя и говорят, что их готовят там в год два раза, но у нас, наверное, в месяц раз он и готовится. Но самое главное блюдо армянской культуры – хариса. В семье Мариам его готовят очень часто. Хариса – не просто старинное блюдо, это символ борьбы за независимость. Когда турки ссылали армян в пустыне Османской империи и там убивали, население 7 деревень решило оказать сопротивление. Армяне сражались, пока не были спасены французскими военными кораблями, которые увидели знамена с надписью «Христиане в опасности». Единственной едой, которая была с собой у армян, оказались пшеница и баранина. Из них они приготовили кашу для 5000 спасенных. С тех пор хариса стала олицетворением борьбы с турецкими угнетателями, а сейчас и любимое национальное блюдо. Это блюдо я начала готовить совсем недавно, как вышла замуж, потому что я очень люблю и, не дожидаясь никаких праздников, просто его готовлю, потому что оно очень вкусное, сытное, и всегда стараюсь пригласить своих друзей, чтобы они тоже попробовали, особенно друзей не нашей национальности. Всегда всем оно очень нравится, поэтому сегодня я хочу поделиться с вами этим рецептом. Для приготовления этого блюда нам понадобится пшеница, которая называется дзавар. Ее, к сожалению, ничем нельзя будет заменить, потому что только она так вкусно разваривается очень долго. И индейка, либо курица. Мы будем использовать филе бедра, потому что оно пожирнее, повкуснее, нежели чем грудка. В первую очередь нам, конечно, нужно же промыть крупу. Мы берем 2 стакана завара. Это все моем под проточной водой. Следующим этапом я всегда обязательно промываю мясо. Вот также проточной водой. После того, как я помыла завар и мясо, я просто укладываю мясо как на подушечку вот из пшеницы. Обязательно мясо должно быть сверху. Нам осталось залить водичкой. Так как у меня стоит фильтр, я залью это вот так вот все водой. Воды ему нужно очень много. Вообще по рецепту идет 1:2, но так как я люблю это уваривать все до состояния каши, я просто наливаю водички на глаз и очень много. И в процессе уваривания я постоянно добавляю воду и смотрю, то есть уже на степень варки, насколько оно уже похоже на кашу. Вот, когда, то есть, уже консистенция стала похожа на кашу, то я понимаю, что она уже готова и можно выключить. Соль, перец я обычно добавляю в середине процесса, чтобы можно было уже попробовать на вкус. Так как добавляется очень много воды, соответственно, соль тоже вся уваривается, поэтому даже можно ближе к концу это все добавить. Для приготовления, то есть, состояния каши нам потребуется часов 5-6. А те, кто любит, чтобы пшеница чувствовалась, в принципе, достаточно где-то 1-2 часа. Не прошло и 6 часов, как наше блюдо уже готово. Мы как раз уварили до моей любимой консистенции каши. Блюдо хариса подается обязательно с топленым маслом, поэтому мы наливаем его в молочник, ставим на стол, и каждый гость уже сам себе накладывает. Харису принято подавать с соленьями. Это могут быть помидоры, огурцы, капуста. К нам любят ходить гости, у нас всегда застолье с родными, с друзьями, не имеет значения. Мы всех любим принимать, встречать. А у нас любое воскресенье может стать большим праздником. Выпечка вкусная дома, это у нас часто бывает. Все просто приглашаешь на кофе. А с кофе начинаем и плавно переходим к вкусному ужину или обеду.
После ужина снова подается кофе. Кофе подается национальная выпечка – пахлава, гата, а также орехи и фрукты.